Вчера на запорожском направлении погиб ополченец Александр Можаев, он же Бабай. Свой позывной он получил благодаря колоритной внешности. Что касается Александра, то он стал настоящей звездой. Брутальный бородач с радостью фотографировался и давал журналистам пространные интервью. Он рассказал причину, по которой оказался на Украине, проблемы с милицией, и даже показал на камеру собственный паспорт. Оказалось, что его зовут Александр Можаев, он является уроженцем небольшого города Белореченск в Краснодарском крае. Несмотря на очень взрослый внешний вид и седые волосы, в 2014 году ему было всего 37 лет. Бабай поведал, что в прошлом проходил срочную службу в российской армии, получил звание сержанта, а затем работал на складе грузчиком. В дальнейшем у него были проблемы с законом и небольшая отсидка за выращивание конопли. Он действительно потомственный казак и входил в казачью сотню своего города. Его срочный отъезд на Донбасс объяснялся конфликтом, который дошел до кулаков. Буквально в один момент Бабай стал народным героем. Его фото печатали на футболках, его слова пересказывали в интернете, видео с его участием посмотрели миллионы человек.